Гаси, меня Саша, и добро пожаловать в такое разговорное видео, в котором я попрошу кое-что вас. Если, конечно, вы не ленивые жопы, в хорошем смысле. Я ленивая жопа тоже, в плохом смысле. Вы в хорошем. Короче, я хочу создать свою команду. И как бы... Команду из каких-то чужих человек я не могу собрать, потому что я же не могу подойти к кому человеку, да? О, здорово, давай в команду ко мне, он такой, ты кто такой? Короче, вы подписчики, на вас только одна надежда, вы должны быть в моей команде. Ну, я надеюсь, что вы согласитесь. Все, что нужно для этого, это чтобы у вас был Майнкрафт. Это первое. Второе. Чтобы у вас был Майнкрафт той версии, которая у меня. А точнее, версия 1.16.10. Да, вроде бы так. Короче, версия Майнкрафт 1.10. Хотите, записывайте где-нибудь. На лбу можете, чтобы запомнить. Ну и третье. Чтобы у вас был WhatsApp. Потому что как бы мне нужно будет созваниваться с вами и как бы все. И стоп, это еще не конец видео. Важно, чтобы вы подписались на 2 аккаунта в Инсте, в Инстаграме. Первый. Второй. Инстаграма, на который вам нужно подписаться, вы должны на них подписаться, да. Я второй раз или третий повторяю это. И короче, вот аккаунт, который был второй, это аккаунт моего папы. Первый мой, второй папа. Вы должны после подписки вернуться обратно на аккаунт папы и написать сообщение. Вот такое, которое сейчас у вас на экране. Такое. Вы его напишите, я увижу то, что это сообщение есть, это вы. Я, конечно, вам буду там писать все, что надо, все узнаю. И, короче, вы, если это все сделаете, вы будете проходить в отбор. А если вы это не сделаете, то вы не попадете в отбор. Людей должно быть минимум 4, 6, 8 или 10. Четное. Четное количество не надо. Нужно только четное. Ну, надеюсь, хоть кто-то согласится и кто-нибудь будет в моей команде. Потому что в команде интереснее. Ну, если вы не запомнили, можете перемотать видео и посмотреть все заново. Ну, а я пойду, сколько же, час дня, я пойду кушать. Все, всем пока.